еще хотел сказать. Здесь, когда спускаемся к понтону по ступенькам, вот с правой стороны есть дайверки. Марина Дайверс называется. Инструктор хороший, оборудование нормальное. 15 минут погружения стоит $20, 30 минут погружения стоит $30, и можно смело погружаться, глубина небольшая, далеко не уходят, риф красивый, здесь даже в сторону направо отплыть, есть что посмотреть, поэтому кто решит, советую, попробуйте, будете в восторге. Вот на автобусе объехали от отеля на пляж, буквально чуть-чуть он проедет. Торговые ряды. Вот если туда посмотреть назад, там торговый, скажем так, центр или площадь Дом, как он называется, Сох, площадь Сох. Здесь музыкальный фонтан. Вечером сходим туда, посмотрим. Вот вдалеке, где пальма. Все, заезжаем в наш отель. Конкорд Спорт. Здесь лошадки. Ну, вот так вот выйдет человек на улицу полюбоваться. И видно, как водное поло отдыхающие рубятся. Можно с бара выйти здесь посидеть. Также можно с ресторана выйти внизу посидеть. Там сцена. Это вечерком выйдем, поснимаем. Ну, а сейчас пойдем посмотрим. Горки еще работают. Получается три небольших горки. Детям развлечения есть. Можно покататься, отдохнуть, поразвлечься и поплавать. Также мероприятия развлекающие и детей, и взрослых здесь проходят. Это речка зеленая. Она по периметру проходит. Но купаться в ней, конечно, не будешь. Организуют всех, можно поплавать, также можно доплыть до бара, в баре заказать напитки, пока дети здесь купаются, взрослые здесь играют. Если без воды спуститься к бару, можно вот здесь вот возле детской площадки. А вот и детская площадка, детский бассейн, что очень хорошо, он накрыт навесом. Сейчас сюда отойду. Глубина небольшая, но вода холоднее, чем в море. Здесь под навесом дети не жарятся, и взрослые могут посидеть. Небольшая горочка. Но видно хорошо, ветер сегодня приличный. Здесь волейбол поиграть можно. На песке пляжный волейбол. Также вот все по периметру, это идут жилые корпуса, номера в два этажа, выше двух этажей нету.
Кому-то нравится первый этаж, кому-то нравится второй этаж. У нас поселили на первом этаже. Сейчас пройдемся. А балкончиков на первом этаже как таковых и нет. Там просто небольшая площадочка. И стоят кресла. Вон вдалеке хорошо видно. Три фонтана. Вот таких небольших. Они с подсветкой. Свет меняется. Вот с этой стороны номера. Вот здесь номера. Вот там номера. Вдалеке номера. Получается, отель как бы окружен номерами, а посередине находится вот именно центральный бассейн. И если с него выйти вот вдоль речки на фонтан и выходим вон на игровые площадки: баскетбольная, волейбольная, большой теннис, футбольная, там же детский клуб, но он как таковой не работает. Сейчас подойдем, посмотрим, может быть, днем там что-то изменилось. Ну, было закрыто. А это вот все речка. Это так она и вокруг корпусов обходит. Ну, не вокруг, а внутри корпусов. Снаружи ее нету. В разное время включают полив газона. Жара сейчас стоит 36 градусов. Ну, в среднем где-то 33-35 держит температура. Птицы разные летают, не только вороны. Вон там вон впереди какие-то на длинных ножках белые птицы ходят. Хищная сегодня какая-то птица летала. Все, норовила других поймать птиц. И вот так вот все вокруг. Номеров много, а людей-то я особо в отеле не скажу, что очень много. Когда открывается столовая, вернее ресторан, там обед, завтрак или ужин, в первые минуты, конечно, очередь создается. А потом очереди нету. Спокойненько подходи, спокойненько набирай. Постараюсь еще снять, показать. Там момент такой, что сейчас ввиду этих событий питание сам не накладываешь, накладывают тебе. Вот они, птички. Получается, ты только показываешь пальцем, что тебе, какое блюдо, и тебе уже его накладывают. Ограничений нет. Сколько попросишь, только и наложу. Да, вот детский клуб, но он не работает. Он закрыт. Вон там вдалеке, вон птицы разноцветные летают. С хохолками такие. Вроде бы территория не маленькая, и в то же время она и небольшая. Проходишь ее быстро. Можно круги понарезать, кто хочет погулять, пройтись, посмотреть. Сейчас обошлись вот так вот через центр, прошлись по ней. А с другой стороны можно понаружи пройтись от ресепшн. Потом выйду на улицу и покажу с той стороны вход, как вдоль номеров, но по наружному периметру. Вечером здесь лампочки включены, подсветка работает, обрабатывают территорию. Ну, комары есть, но очень мало. Если бы не обрабатывали, они были. Но, по крайней мере, за все время лично меня комар не укусил. Видеть видел, летать летают. Кусать не кусают.
Вот видно выход с нашего отеля. Вот выход во второй отель Конкорд. Сюда поворачиваемся и идем. Впереди вот где пальма, это как раз есть рынок. Или как его еще называют, площадь Сохо. Здесь один отель и следом второй отель. Там Совой, выход получается, вернее вход в Совой прямо с торгового, с торговой площади, площади Сохо. Сейчас пройду, покажу днем, как это все выглядит. Работать начинает с 4 часов. А вот и площадь Сохо. Днем все по-простому смотрится. Очень много статуй разных здесь. А вечером здесь много народа, много открытых лавок, торговых павильонов. И много света, много подсветки. Здесь, в принципе, на любой вкус. Кто что ищет, может найти. И также рестораны работают. Я люблю Сохо. Ну, вот, как я говорил, много статуй, разных статуэток. Везде стоят здесь. К отелю это, конечно, никак не относится, но для разнообразия можно прогуляться здесь вечерком. Все проходить не буду, до фонтана дойду. Есть небольшой музыкальный фонтан здесь. Здесь выступают знаменитости, приезжают, открытая площадка, места. Вот музыкальный фонтан. А это каток открытый. Так вот выглядит это днем. А вот так это выглядит вечером. Опа! И много народу, и много веселья. Ловлю момент, пока музыка не играет. Фонтан отключился, поэтому снимаю. Туда светло, сюда светло. И в эти все стороны все это светло. Все торговые ряды. И также можно в ту сторону пройтись. Все это рестораны, сувенирные лавки. Везде прогуляться, походить и разнообразить свое время пребывания здесь. Также здесь карусели, летний кинотеатр. И вот туда все уходят тоже лавки. Далеко ездить не надо никуда, все здесь рядом. Ну и как я показывал уже, статуй, разных скульптур много. Также здесь вот фонтан, сейчас пока не работает. Походить, погулять, посмотреть, познакомиться с бронзовым Чарли Чаплином. А вот вход в отель Совой. Ну и, конечно, для египтян это развлечение, каток. Гуляем, смотрим, развлекаемся. Морской ресторан.
фонтан с подсветкой. Можем тут ведь. Пальмы с подсветкой здесь. Кинотеатр под открытым небом. И сразу за ресторан здесь, при кинотеатре. Люди сидят, футбол смотрят. На улице тепло, хорошо. Сейчас 28 градусов вечером. Все гуляют, все счастливые, все довольны. Парфюмерная лавка. Там парковка. Катят на карете. Приятно провести время. Четыре много. Да, вот так. Да. Правда, хороший драйвер. А вот вечернее время. Это вот ресторан на первом этаже. Сейчас только ужин начинается. Народ еще не собрался особо. Вот сцена. Здесь иногда проходят развлекательные мероприятия тоже вечерние. С этой стороны вода журчит с разной подсветкой. На улице хорошо посидеть, сейчас вечер, 28 градусов, пока еще не особо похолодало, ночью до 24 опускается. Пройдусь по территории по вечерней, поснимаю, как она подсвечена. Снимал снизу, а теперь сверху подсвечено. Играет музыка. Волейбольная площадка подсвечена. На бассейне, конечно. Купаться никто не купается, но сам бассейн не закрывается. Бассейн тоже подсвечен. Фильтра работают. Вода в бассейне теплая и чистая. Вот вечером хорошо видно дно бассейна. Грязи нет.
отдыхать всегда хорошо. Кто бы что ни говорил, как бы ни отзывались, не знаю, всегда можно найти хорошие вещи во всем. Это речка. Я ее называю зеленая речка. Также фасад зданий тоже подсвечены. Тропинки все подсвечены. Фонтаны тоже подсвечены. Темноты непроглядной нету. Это вот детский бассейн. Тоже подсветка есть. И с какой бы стороны я ни прошел, везде есть, хоть и небольшая, но подсветка. Даже мостик и тот подсвечен. Даже в зеленой речке есть светильники светодиодные, разноцветные. И вот в сторону футбольных полей. Я его называю футбольной, ну хотя там и теннисные, и баскетбольные, и волейбольные площадки присутствуют. Ну вот в ту сторону тоже все подсвечено. Также вот фонтан. Фонтан невысокий, их 3 штуки, и все они тоже с подсветкой. Пальмы подсвечены, тропинки. Эта вот сторона не подсвечена, потому что каждый хозяин комнаты включает свет возле себя самостоятельно. А со стороны, где, кстати, вот самостоятельно светильники включены, а со стороны, где проход, где двери, где вход в номера, там все с подсветкой. Это вот конгресс-холл возле футбольного поля. Вот светодиодные, там фонари моргают разноцветные. Видать, там сегодня будет какое-то развлечение. Может быть, дискотека, может быть, какое-то выступление. Сейчас заглянем вовнутрь, подойдем. Покрытие травяное, натуральное. Вот здесь бильярд, теннис. Бар тоже здесь. Что-то будет, какое-то выступление. Вот и закончилось время нашего пребывания в этом отеле в Египте. То, что рядом находится аэропорт, плюсы только в том, что рядом приехать и рядом уехать. А все остальное, погода здесь ветреная, отель не находится в зоне безветрия. Даже вот сейчас вот считается ветер не сильный, но он есть. Также, по-моему, вот самолет заходит на посадку. А, нет, наоборот, взлетает. Хорошо, послушайте, вот шум. Но, опять же, шум. В отеле чуть поменьше, но он есть. Нас это нисколько не задевало, не раздражало, шум. Но есть люди, которые любят тишину. Поэтому вывод делайте сразу. Отель не для вас. Это и иногда запах топлива, и также шум. А в целом, про отель я плохого ничего не скажу. Нас все устроило. Лично мы отдохнули эти 2 недели просто прекрасно. Моменты, которые возникали здесь, я их сейчас вкратце обрисую. А выводы уже делайте сами. Плохого про отель ничего не скажу. Опять же, повторюсь, нас все устроило. Но первую часть отдыха, скажем так, народу в отеле было мало. И проблем с очередями вообще не было. Потом, перед каникулами, уже народ приехал. И приехало довольно-таки много народу. Как
туристы, так и местное население. Хотя местных не так много. И возникли очереди. Но опять же, и эти очереди за питанием. Я показывал, что там ввиду ограничительных мер шведский стол не такой, как он был раньше нам известен, что сам подходишь, набираешь сколько хочешь и чего хочешь. Здесь теперь тебе накладывают. Ты просто показываешь, сколько там чего, и тебе накладывают. Ограничения в количестве нет, берите сколько хотите, но за счет этого образовались очереди. И, в принципе, эти очереди не проблема. Если сразу при открытии они возникают, потом их нет, они рассасываются. Можно прийти чуть попозже, можно прийти посидеть, подождать. С местами проблем, именно за стол сесть нету. Про аэропорт я вам сказал уже. Во втором отеле, вот именно первая линия, который, там все точно так же, как у нас, можно всем пользоваться и баром. Единственное, центральным рестораном пользоваться нельзя. У них там свои браслеты, поэтому вас туда не пустят. Но опять же, знаю, что люди ходили и ходят, как-то особо вопросов не задавали. Хотя вначале говорят, что лучше кушать у себя в отеле. По морю здесь отдельный вопрос. Прибрежная зона не такая большая, лежаков на два отеля полностью не хватает, когда отели загружены, и приходится людям вставать полшестого, в шесть идти на море и занимать лежаки. Если этого не сделать, лежаков вы потом на море не дождетесь. Только после обеда начинает освобождать, начинает появляться. Опять же, кого-то это затрагивает, кого-то не затрагивает. Да, звук рядом находящегося аэропорта все-таки не самый лучший. Не самое лучшее соседство. Вопросы по полотенцам у нас не возникали. С самого начала мы с ребятами как могли на пальцах, на ломаном английском объяснились, что когда нам надо, мы просто подойдем и попросим, они поменяют нам, чтобы каждый день они там брали, не делали именно замену. Потому что люди, смотрю, ходят, ругаются, но не так часто, но слышно на ресепшн, что задают вопросы там, почему полотенца грязные, почему постельные не поменяли, почему в номере не прибрали. Опять же, сразу скажу, у нас этого вопроса не было, потому что с самого начала мы с ними договорились, подарили коробку конфет, и когда нам надо было, там примерно раз в два дня, раз в три дня, в зависимости от того, где мы были, что делали, подходили, показывали, они нам давали комплект полотенец и перестилали постельное белье. В номере также убирались по просьбе. Мы уже не то, что подходили, просили, а вывешивали ярлык на ручку, они есть в номерах, и делали уборку. По интернету, интернет только на лобби, на ресепшн. Больше на территории интернета нет. Притом интернет как у нас в отеле на ресепшн, так и во втором отеле на ресепшн. Можно им пользоваться. Ограничения нету. Скорость по-разному, в зависимости от количества людей, которые подключились к интернету. Ну, территорию постоянно чистят, убирают. Вот здесь сейчас еще траву не подстригли, а так в основном везде подстригают, поливают, поливалки включаются. И в 5 часов вечера здесь ходят, опыляют дымом. Но, как я понял, это они солярку нагревают и дымом изгоняют насекомых. Либо где-то погулять на море побыть, либо в номере посидеть, ну, чтобы не дышать этой... Даже слов не нашлось этой заразой, так скажем. Про лежаки тоже сказал. На море, если вдруг лежаков по какой-то причине не досталось, на бассейнах и в нашем отеле, и на том, в том отеле на двух бассейнах, а там два бассейна с
лежаками вопросов нет. Они всегда есть. Шезлонги, то есть зонтики, тоже присутствуют, вопросов также по ним не возникает. Подошли, попросили, если даже зонтика нет, вам принесут и либо вам покажут, где есть зонтик. А детской анимации в отеле ни в нашем, ни в их нет. Поэтому детей приходится развлекать самим. Для взрослых анимации много. И на пляже, и вечерняя, и дискотеки. Вот в данный момент сегодня в 11 часов прямо на пляже будет дискотека, а потом фаер-шоу. И так, в принципе, каждый день, там, в зависимости от того, что происходит, в 9, в 10, в 11 часов развлечения вот эти вечерние для взрослых, опять же, это только для взрослых, для детей нет. Территория большая, езди походить, езди прогуляться. Также я показывал вот этот рынок Сохо, площадь Сохо. Детская площадка в этом отеле в спорт не работает. Работает только во втором отеле. Но все остальное, не знаю. Вроде все нормально, все хорошо и замечательно. То, что приехали отдохнуть в море, покупаться, отдохнули, питание, ни разу голодным не остались. Прибрежная зона здесь небольшая, и купаться можно только с понтона. С берега купаться вам не дадут. Там единственное 2-3 места, где можно зайти по колено, а дальше вас попросят выйти, чтобы кораллы не топтать, не ломать, не портить. Рыбок много в разное время. Притом бывает, с утра приходишь, нырнешь там просто как в зоопарке. Ну, некоторые, видел, подкармливают рыбок, подбрасывают питание, корм, я не знаю, что там, хлеб, наверное, или покупают что-то. Приплывает очень много рыб, но есть, опять же, вероятность, что приплывут крупные рыбы. А этого уже никому не хочется, чтобы случилось, потому что есть и такие с зубами рыбы. А сейчас что, ну, собираемся и потихонечку выдвигаемся. Пойдем прогуляемся еще, сдадим номер и в аэропорт. На этом все. Всем, кто соберется отдыхать, желаю приятного отдыха. Всегда во всем видеть все позитивное. Ваш настрой делает вашу жизнь. На этом все. Всего вам доброго. Ну и такое небольшое дополнение. Привезли нас в аэропорт. А в аэропорту тройной досмотр. Поэтому не суетитесь. Принимайте это как есть, это требование нашей стороны, чтобы досмотр был безопасным. Тоже не знали. Ну, тщательный досмотр. На этом все. Всего вам доброго.